Но я же не спятила, правда? Нет, это твоя мама. И твой босс. И это дикость. Мам? Зара, смотри, если ты меня слышишь, за какой фильм мне дали награду «Выбор подростков»? Ладно. Она парень. Я немного слетела с катушки. Мне можно, понимаешь? Я ждал тебя всю свою жизнь. Это реплика из фильма? Да. Час от часу не легче. После 2 лет работы на него я его очень хорошо знаю. Он такой самовлюбленный эгоист. Положила мне тибетский шартуш в одноразовый пакет вместе с грязными кроссовками. Они уникальны. У меня их всего 2. Он обидит ее, и мне придется его убить. Мне страшно. Прекрасно. Ты хочешь знать, кем была до того, как стала для кого-то целым миром? Ты всегда так ужинаешь и разговариваешь? А ты всегда так наряжаешься к ужину и разговору? С тобой так легко. Что в тебе такого? Почему я смущаюсь? Наверное, потому что стараюсь тебя впечатлить и понимаю, что не смог. Весь этот подкат к моей маме, этот гнусный сексопат, все кончено! Пока, Крис. Пока. До встречи. Вы не герои «Титаника», выйди из машины! Я люблю быть твоей мамой, люблю сильнее, чем все на свете. Но у меня снова те же чувства, которые я давно считала ушедшими. Со времен твоего отца у меня не было таких. Как ты могла такое сказать? Я просто не хочу, чтобы ее обижали. Она моя мама. Твоя мама? Она еще и женщина. Это ее жизнь. За бабушка. Если не уболтаю внучку принять в гостях самого сладкого брюнета на Рождество. Вы ждете его больше, чем я. Конечно.